что первый запуск после зимовки. Да, я его без подсоса пытаюсь завести-то. Где подсос-то? Я уже забыл, где подсос находится. Ну, ёкарный бабай. И что делать?
вода падает. Вот где было максимум. Здесь примерно. Вон уже сколько упало. Бугры все сожгли. Там еще он снег остался. Купила себе вот такой кофр китайский. Сейчас сюда ковриков наложил, чтобы не громыхало там у меня всякая ерунда. У него минус вот это крепление, оно не держит добром. Когда едешь, оно дребезжит. Там простецкое такое. Просто замочек, и здесь он такая балда, короче, хрень. Едешь, он вот так вот, я вчера по полям ездил, некоторые поля уже сухие, а некоторые вообще, там не знаю, от чего зависит. В одно поле заехал на 2 метра. Вытаскивал 30 минут. Вот под это крыло все набилось. И колесо переднее вообще перестало крутиться. Заблокировалось. Поэтому он у меня такой грязный. Он за предыдущий год. Ножки слетают. Вот это вот особенно правое постоянно слетал. Левое под конец года тоже начало слетать. Но я их на клей приклеил. Суперклей. Вроде пока держится. Не знаю, что там будет дальше.
что еще случилось? Пару раз я на нем падал. Ничего серьезного. Здесь вот дугу маленькая корена. Вон я зеленым покрасил маркером, чтобы не ржавело. Ножка вот эта вот откручивается. Болты вот эти слабеют. И начинает она со временем болтаться, подтягивать ее нужно. Цепь нормальная. За тот год я ее подтягивал раза два, что ли. Всего тянется слабо. Но я ее смазываю каждый раз перед каждым выездом, из баллончика прыскаю. Резина мне не нравится, очень скользкая. Я вот один раз на асфальте упал из-за того, что передним колесом затормозил. И соскользнула она, и я завалился на бок. Ну и так по траве, вот по сухой особенно, чуть колея, она сразу соскальзывает. Короче, резина фигня. Говорят, аккумуляторы родные плохие. Но у меня свой родной, я его ни разу не заряжал, как с магазина залил. Тот год отъездил. В холод они вот, он хреново себя ведет. Когда холод, может с кетова, со стартера не заводить, с электростартера. С кикстартера сразу заводится. Ну, а так хороший мотоцикл для тех, кто собирается спокойно ездить. Я на нем езжу, у меня средняя скорость 40 км. По асфальту я обычно 60 еду.